Согласно последним данным, опубликованным университетом Джона Хопкинса в США, глобальное число погибших от COVID-19 в понедельник достигли отметки 5 миллионов человек. При этом Соединенные Штаты остаются самой пострадавшей страной. Информацию об этом агентству Nazar News предоставило китайское агентство CCTV+. Ранее общее число смертей от COVID-19 превысило 1 миллион 28 сентября 2020 года, достигло 2 миллионов 15 января 2021 года, превысило 3 миллиона 17 апреля и превысило 4 миллиона 7 июля. Четыре варианта вируса, а именно, по данным Всемирной организации здравоохранения, альфа, бета, гамма и дельта, представляют собой величайшую угрозу для общественного здравоохранения в мире. Более чем в 100 странах были обнаружены варианты COVID-19, а доля варианта дельта превысила 50%, более чем в 90 странах. Соединенные Штаты остаются наиболее пострадавшей страной, где было зарегистрировано около 46 миллионов случаев заболевания и около 746 тысяч смертей, что составляет более 18% глобального числа случаев заболевания и почти 15% глобального числа погибших.